В городской интеллектуальной игре «Что, где, когда» приняли участие команды димитровградских школ, средних специальных, высших учебных заведений, общественной организации и работающая молодежь. Сегодня тема интеллектуальной игры «Что, где, когда» посвящена 70-летию победы Великой Отечественной войны и также в рамках года литературы. Данная игра, конечно же, дает вспомнить еще раз победу Великой Отечественной, каким трудом она удавалась и что происходило во время войны. Конечно же, дает возможность патриотического воспитания нашей молодежи. По правилам игра была разделена на 3 тура, в каждом по 8 вопросов. На обдумание вопроса ровно минута времени. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще, и не только в честь каких-то юбилеев победы, а вообще в любое время. Потому что каждый человек, каждый гражданин своей страны должен знать историю и помнить ее. Я тоже считаю, что нужны такие мероприятия, потому что сейчас многие забывают историю вообще и даты какие-то определенные. И как-то нужно вспоминать это, и такие игры помогают нам это. Вопросы были совершенно разные, и охватывали они все вехи Великой Отечественной войны. Мы не должны забывать историю, чтобы не должны забывать ветеранов, их подвиги. Ведь они отдавали жизнь для того, чтобы сегодня жили. Вот мы должны их чтить и уважать. По итогам всех туров победителем городской интеллектуальной игры «Что, где, когда» стала команда городской гимназии. Татьяна Лисеева, Анжелика Барвинок. «Наше время».